Рибсиме Хуршудян, Армения, 118 килограммов. Далека она от своей лучшей формы, давно не выступала. Возможно, был в перерыв в занятиях, не тренировалась. И теперь потихоньку обороты она набирает. Первый старт после большого перерыва двухгодичного. Последний раз в Лондоне выступала Рибсиме Хуршудян. 166 там показала в толчке, сейчас 118. Ну, это вес, который не должен вызывать, я думаю, трудностей. Да, ну что ж, хорошо для начала. Интересно, сколько заявит для второго подхода. Вообще, по легкости, ну, килограмм на 10 готова точно она больше. Но здесь уже...